сейчас 3 часа 20 минут. Все-таки решил, что нужно записать на свежих эмоциях мнение по поводу Мстителей, финал. Но я без текста, без подготовки. Мне кажется, тут текст не нужен, только эмоции. Потому что это пиздец. Это просто... Я впервые видел, чтобы весь зал в конце рыдал. Пизде. Это был реальный конец. Они не обманули. Они не наврали, как всегда. Это Руссо, братья Руссо, они не врут. Это Мстители финал. Я не знаю, что сказать по поводу этого фильма. Просто это фильм эмоция. Это лучший фильм киновселенной, а возможно даже лучший кинокомикс в истории. Даже несмотря на то, что возможно там были какие-то сюжетные ляпы. Возможно они там были, конечно же. Это мега огромный блокбастер, где происходит еще больше событий, чем в «Войне бесконечности». Вы просто охереете. Этот фильм нельзя никак сюжетно обосновать, что там произошло, типа сказать, что там было вот на данном этапе, потому что это обзор без спойлеров. Абсолютно в этом обзоре вы не увидите спойлеров. Только мнение, почему надо идти на этот фильм. Да, блядь, все и так пойдут на этот фильм. Я просто говорю, что не надо идти на этот фильм, надо на него лететь с сумасшедшей скоростью просто нахуй. Лететь, как не знаю кто, блядь, чтобы в конце умереть. Не знаю, обычно я в обзорах не матерюсь, но тут напор эмоций, понимаете? Мы сидели с Серегой Старыхом и просто в конце, на последних сценах, которые там были, последние 10 минут, как говорил Роберт Дауни-младший, это просто... Это лучшие минуты киновселенной Марвел. Так и произошло. Это просто слезы. Вот так вот ты держишься и такой, блин, да ну. Вот так, да ну, нет! Не может быть! Руссо делает такие сцены в фильме, что ты просто... Ты думаешь, а нет, такого невозможно сделать. Нельзя сделать такую сцену, чтобы она запомнилась навсегда. А таких сцен в фильме десятки тысяч. Еще больше, чем в «Войне бесконечности». Этих сцен здесь просто, блядь, просто нереально. Финальная битва, это вообще что-то, блядь, это вообще как-то, блядь. Это «Властелин колец 2» просто был там, блядь. Такой эпос, просто нереальный. Ну, понимаете, я сейчас на чистых эмоциях, то есть... 3 часа назад только показ закончился, я наконец собрался с мыслями, как-то вроде пришел эмоционально в себя, хотя все равно, вспоминая тот финал, слеза и так льется, потому что ты понимаешь, что, ну, это, ну, типа фильм действительно финал, вот того, что было, этой саги бесконечности. Сага бесконечности закончилась, что будет дальше, непонятно. Как герои будут оправляться от того, что произошло в последних фильмах, непонятно. Что вообще, как изменится мир, как все поменяется, что там, как там, чегоськи, просто, блядь. Просто я сидел, понимаете, это «Мстители. Финал» — это тот фильм, где ты каждые 5 минут хватаешься за лицо и говоришь «чегоськи», вот так, и охреневаешь просто. Каждые 5 минут, и так на протяжении всех 3 часов. Просто первая сцена открывающая, такой «чегоськи!». Потом еще сцена «чегоськи!». Вот так вот сидишь, и весь, понимаете, весь сеанс ты так сидишь. Просто... Не знаю. Просто вот так вот. Но я не знаю, как про этот фильм без спойлеров
Здесь ничего нельзя обсуждать без спойлеров. Я могу вам сказать вкратце, что этот фильм супер отличается от «Войны бесконечности». Этот фильм не похож ни на то, ни на что, что вы смотрели раньше. Это совершенно что-то новое, не шаблонное. Вы к такому не готовы. Весь фильм ты не знаешь, что тебя ждет дальше. Ты не понимаешь, что произойдет дальше. Что может вообще произойти? Ты не в курсах. Это фильм кайф. Когда в последний раз вы смотрели фильм и не знали, что произойдет дальше? Вообще понятия не имели, какая будет дальше сцена? Что произойдет? Как повернется сюжет? Куда пойдут герои? Как они будут что-то менять, что-то еще что-то? Вы не догадывались? Вы не догадаетесь никогда просто. Понимаете, это вот это фильм. И он супер не похож ни на что, то, что было раньше по комиксам. Вообще, он не похож ни на один блокбастер. Это совершенно что-то новый опыт. Это что-то другое. Это нечто совершенно невероятное. Этот фильм, блядь, войдет в учебники, как делать, блядь, блокбастеры, понимаете? Потому что так блокбастеры до этого еще никто не делали. Это лучший вообще блокбастер, что, блядь, создавался. Это просто, ну, уничтожение мозга, понимаете? Я не шучу, это уничтожение мозга, прям вот. Сердца, эмоций. Просто вся палитра эмоций за 3 часа. Ты не знаешь, когда фильм закончится. Ты сидишь третий час и думаешь, бля, пожалуйста, не заканчивайся, пожалуйста, не заканчивайся. А он все продолжается и продолжается. Там главное в конце уже, в самом, они так делают сцены, что вроде бы, да ну, чё, сейчас конец? Блядь, нет, слава богу. Да вот сейчас? Нет. Такой, чегоськи, нет, не сейчас. И там уже потом, когда ты думаешь, ну все, вот это конец. И это не конец, а такой... я не знаю, как они добились вот этого с финалом, но это вот в финале просто там вся палитра эмоций просто была. Просто вот все, что можно. Просто смерть. Просто, понимаете? Вы не готовы к такому увидеть. Я не знаю. Я пытался максимально рассказать про этот фильм, все, что думаю. Еще хочу сказать, что этот фильм, если «Война бесконечности» брала непереуставаемым экшеном, то есть там был почти что бесконечно какой-то экшен, то здесь экшен только в финальной битве, понимаете, такой масштабный. Все остальное построено на таких каких-то моментах диалоговых, еще что-то, но это так цепляет, там почти весь фильм, это такой вот, как знаете, руссы любят в другой войне у них было, в гражданской войне. Вот эти вот их диалоги фирменные, супер реалистичные для кинокомиксов. Прям ты веришь в эту историю. И они здесь выдали по максимуму. Чего не хватало в «Войне бесконечности», здесь отдает по максимуму. Вот эти охуенно прописанные для супергероики диалоги. Просто крутые. И на них вывозятся 2 акта, то есть 2 часа. Там есть, конечно, экшен, но он не масштабный. Не настолько масштабный, как многие экшн-сцены в «Войне бесконечности», вы поймете. Но эти сцены берут пипец, просто жесть. Они пробирают до дрожи, это невероятно. И весь фильм подготавливает тебя к финальной схватке. Ты ждешь уже эпика, и в конце просто снос еблища от эпика. Вот это просто они готовили и... Да, блядь. Это знаете, как похоже, типа, начинается фильм и замах кулаком идет. И он приближается, потом на нахуй в конце как переебывает тебе, и ты просто падаешь намертво без права на реабилитацию. Это «Мстители. Финал», ребята. Это «Мстители. Финал», это финал, это конец саги бесконечности. Это нужно видеть в кинотеатре бегом, это только в кинотеатре. И не спойлерите себе ничего. Просто не спойлерите. Ни в коем случае, ребята. Не спойлерите. Реально. И тогда вам воздастся по заслугам. Воздастся по заслугам. У вас будет куча эмоций. Будут эмоции, знаете, такие, типа, противоречивые сначала. Ты не можешь понять, что происходит. Как с «Войной бесконечности» было. Но когда фильм закончится... Ты поймешь, все было правильно, все сделано гениально. Это супер. Все противоречивые эмоции в фильме создаются специально,
чтобы ты в них поверил, и чтобы потом тебе показать правильный момент, и ты такой: вот оно, вот так должно быть, а не так, как было 5 секунд назад. Такой, вот, это братья Руссо, понимаете? Это братья Руссо, это легенды жанра кинокомикс. Мне кажется, они останутся легендами просто. Невероятно. И сразу скажу, в фильме нет сцен после титров, но досмотреть анимированные титры я все-таки вам советую до конца. А дальше уже как хотите, можете обычный просто досмотреть в знак уважения франшизы, потому что она изменилась. Она изменится. Что дальше будет происходить, я не понимаю. Я не знаю, что будет в фильме «Человек-паук вдали от дома», просто не понимаю. Вообще не знаю, что будет дальше со всеми персонажами, со всей этой историей. Но сага бесконечности подошла к концу и сделала это гениально. Лучший фильм киновселенной Марвел. Наверное, даже лучший кинокомикс. Лучший блокбастер. На этот фильм я схожу 100 раз. Все, ребят, пора заканчивать. Мне кажется, я и так слишком поднял ваши ожидания, но мне кажется, вы просто не понимаете, вы не готовы к тому, что же вас ждет. Я не был готов к такому. Я не верил до последнего, что такое может быть. Но я поверил после сеанса. До сих пор не могу Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы уже посмотрели фильм, может, вы смотрите и пересматриваете этот ролик. Вернитесь на этот ролик после того, как посмотрите «Мстители. Финал» и напишите, как он. Великий, легендарный. Узнали? Согласны. Ладно, все, ребят, всем удачи, всем пока, берегите себя.